Легендарный The International приближается. 11 лучших команд планеты в дисциплине Dota 2 уже получили приглашение на турнир. Судьбу последних пяти путевок определит онлайн-отборочный этап с участием 40 сильнейших команд Америки, Европы, Китая и Юго-Восточной Азии. Официальные стрим-трансляции отборочного этапа TI4 в регионе СНГ от студии StarLadder и компании стартуют уже 12 мая. Только Dota на 4 стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на tifo.starladder.tv. Повторы всех игр смотри на YouTube-канале Dota SLTV. Ну что ж, всем еще раз привет, мы возвращаемся в нашу студию, вещаем мы по-прежнему квалификации на The International, азиатский отбор у нас сейчас проходит, ну и первый матч закончился, Zephyr против Arrow, там говорить особо нечего. Нет, на самом деле можно поговорить вот про команду Zephyr. Вот я давно, я еще со вчерашнего дня хотел спич, я не попал ни на одну игру Zephyr, там отсутствовал я. И вот сейчас я хочу поговорить про Zephyr. На самом деле я очень рад, что, ну это может быть грубо с моей стороны, но я очень рад, что ребята... мои любимые, мои хорошие. Да, мои любимые, мои хорошие, вот тут обделались буквально на этих квалификациях, вот конкретно. Потому что, ну, когда команда, которая собирается из кастеров, и собирается из людей, которые не профессионально играют в Доту, из европейцев, американцев, и просто едут в Корею. Тупо, это же благородная цель была, они хотели научить передать опыт. Они хотели тупо срубить бабла, давай будем говорить так. Тупо, и у них это получилось. Они его срубили, Nexon взяли, там потом КДЛ выиграли, все хорошо. Но когда их... Я думал, на этом все закончится. Я думал, если им дадут инвайт там на квалификации, они откажутся. Но это было бы логично. Но когда им дают инвайт, они соглашаются и попадают в азиатскую, в азиатские отборы, команда, где нет ни одного из Юго-Восточной Азии человека, по крайней мере, ну, может быть, там коренные есть, там Блиц или кто-то, но они в любом случае там в Америке где-то там проживали, то возникают вопросы, типа, а почему? Потому что я неоднократно проводил эти аналогии, если бы команда какая-нибудь Ahead Gaming с Бигномом и Чоми, еще кем-то, поехали в Корею. Просто поехали бы в Корею. Они бы там и выиграли и Nexon, и все что угодно. Но на StarLadder они там 16 место у нас занимают, 15. Ну, ты смотри, они как бы еще могут поехать в Корею, если ты сейчас им это объяснишь, что ребята... Если они найдут людей, которые бы их проспонсировали, помогли, потому что это же организовать-то на самом деле не так просто. Да, 86 тысяч долларов, сейчас думают Бигном и Чоми, что на дороге не валяется, и нужно ехать быстрее, пока корейцы не научились доту играть, но Пурш уже опередил слегка. Да-да-да, и... Ну, в общем... Пример для всех молодых. Вот вы знаете, что вот так вот люди деньги зарабатывают у нас. Я в какой-то момент даже удивился. Почему ты не поехал в Корею, да, и не заработал 36 тысяч долларов? Не-не-не, я слышал просто еще давно-давно там Алексей Колесников из команды Virtus.pro говорил, там мы в Корею собираемся поехать. Я-то думал, что вы не на один шоу-матч поедете, я думал, вы там основательно засядете и как-то... Нет. Ну, так а профита могло бы быть очень много. Нет, профита могло быть очень много, но на корейском рынке очень тяжело развиваться медийно, если брать. Поэтому лучше туда ехать на турнирчик, выигрываем и уезжаем обратно. Мы становимся легендами корейского StarCraft. После этого, точнее, корейской доты. Потом, я объясню, когда дота разовьется, там, допустим, пройдет 20 лет, корейцы, как всегда, будут там номер один где-то, возможно. И тогда вас будут помнить как боги корейской доты, боги вообще доты, которые зародили старт в этой стране, и вам там памятник поставят через 20 лет. Поставили бы, если бы у нас Пурш и команда Zephyr не играли на четвертых отборах на четвертый International. Поэтому вот... Нужно вовремя уметь остановиться. Ну, в общем, Зефиры сейчас идут к тому, что поразъезжаются обратно ребята после этого ивента кастить Секси Бамбу, кому-то там опять кому ЗМИ примкнет, будут у них очередные миксы. Ну что ж, мы видим турнирную таблицу перед вами, прям Arrow Gaming, две игры у них осталось, 21 очко уже имеют, ну и, собственно, вряд ли они займут какое-то место ниже четвертого, даже если они два матча проиграют, они уже 100% проходят в плей-офф. Orange и MVP на втором и третьем месте, по 4 победы, 2 поражения, вот MVP
удивили. Меня лично, когда и тебя удивили. Они нас со Старладом и меня удивили. Да, и меня порадовали, я бы сказал, да, даже. Когда они победили косу, но сейчас не об этом. У нас предстоящий матч. First Departure против RRQ. Жестокая заруба была сейчас у RRQ, просто нереальная, 60-минутная. Дрались они против ребят из XCTN. Вроде я правильно это назвал. Да-да-да. Exernation. Да, ну, короче, XCTN. И победили. Победили они в той схватке, очень долгой схватке. Ну и, в принципе, тут, я думаю, тоже может быть заруба неплохая, потому что First Departure пока... Ну, вот мы видим RRQ, состав NFR, Куала... и другие ребята не успел их прочитать. Да. Ну, в общем, эти ребята против... Против вот тех ребят. Профессиональные комментаторы. Да-да-да. Делаем принтскрин. Нет, шутки шутками, а эти никнеймы прочесть реально очень сложно. И вот... Ты даже если будешь комментировать год этих ребят, ты все равно будешь каждый раз вот так вот их выговаривать, никнеймы. Ты даже их не запомнишь, в этом еще фишечка, да? Если у нас попроще, там бывает Дэнди, Папи, Хвост, там все запоминается. Джи вообще-то. Да, то тут... Одну букву запомнить. Ну, в общем, ждет, я думаю, очень классная заруба, потому что First Departure пока показывает не самый топовый уровень игры, и да и RRQ пока у нас не метит... Ну, приблизительно равные, да? Да-да-да, то есть поэтому заруба, я думаю, будет очень интересно. И, ну, я вам, конечно, не желаю там 70-минутного матча, хотя если вы хотите, то могу ну, если пожелать. По 50 килов будет и там, то еще... Минуту? Куда не шло. Ну, там ты видал, сколько килов да, было? Да-да-да, там больше 100 килов ты, за ты, на самом час деле, такие игры... игры ощущаешь последние минут 10-15, а поначалу ты там только успеваешь этот тому, этот пятому, этот десятому, этого через прогиб еще кого-то. Нормально. Через прогиб. Я вот уже знаю комментарии на некоторых форумах. Через прогиб, говорит Арен. Через прогиб. Ну что же, что же, там у нас игра не стартанула еще. Я вот... Ну нет, все нормально. Да, все хорошо. Так вот, следующие у нас матчи будут на этом стриме. Зефир против. Зефир опять против ребят из ЦИС. Потом. Оранжи опять против First Departure и Arrow против CIS. Ну что можно... давайте мы там, наверное, уже еще вперед заглянем. Вот CIS против Zephyr. CIS... Что, CIS, я думаю, будет очень лютая заруба. В очередной вот тут... раз, в очередной раз люди уже будут делать ставки не на то, кто выиграет этот матч, а на то, как быстрее убьют Zephyr и с каким разгромным счетом. Потому что пока мы видим действительно просто колоссальную доминацию. Но... Зефир, я думаю, все еще могут там как-то исправиться за последнее время. Ну да, пока вот сейчас они уже могут рассчитывать только на то, чтобы не запомниться как команда, которая заняла последнее место. Сейчас да. У них статистика 1-6, и это на самом деле очень печально для них. Ну, я думаю, ни одна команда, которая участвует на турнирах такого уровня, не ожидает от себя. А мы там. А у кого они выиграли, слушай, мне уже интересно. Они выиграли у First Departure. Первую их игру, там буквально за 18 минут они раскатали. Ну вот, видишь. Хорошо начали. Начали за здравие, да? Но если учесть, что... Знаешь, когда они выиграли первую игру, такие, все, Зефир, вот первая победа, топ-1, сейчас они выиграют азиатский отбор, а затем выиграют четвертый интернешнл. И в итоге, ну, тут такая подстава. Ну, я бы про FD сейчас сказал, они же все-таки будут играть против RRQ, получается, они начали с поражения, да, сегодня? Да, ну они и вчера начали вот с поражения. Закончили поражением. Я даже не знаю, что их сейчас может смотивировать, я так хотел сказать, что типа вот хоть как-то что-то их должно мотивировать, но по факту, ну если у них есть характер... То, что они понапроигрывали много, ведь те же Shadow in the Past, они же тоже там начали, по-моему, 0-4 первый день, и потом... Shadow in the Past, да, был потом такой. Что-то выигрывали, ну вот, может быть, ну, соберутся эти FG. Сейчас же они... закончили. Ну, вообще, все, что касается азиатской доты, первое, что ожидаем, это увидеть, как одна азиатская команда месит другую, потому что команды знают друг друга, они там понимают разные фишки, особенности, и зачастую играть против своей команды своего региона, ты показываешь, наверное, себя в два или в три раза лучше, нежели ты играешь против какого-то там рандома, да, с которым ты никогда не играл. И по итогу, ну, возможно, будет экшен с большой вероятностью. Ну, с большой вероятностью, да. Может, мы посмотрим моменты из игры Excretion против RRQ?
HQ. Да, да, можно там посмотреть деле, хайлайты. Там же пипец арубы были. Там хайлайты, наверное, будут идти минут 30. Там был Фурион, я видел 6-слотового, и у Каспера Светяном горел от этого Фуриона всю игру, от его действий. Я-то думаю, откуда дым? Потому что Фурион думал, как бы убить всех и при этом не умереть вот всю игру. И в итоге, пока его команда сражалась там 4-5 или там 3-5, он все такой думал, лететь или не лететь? Лететь, а вдруг убьют сегодня, пойду пофармлю. Да, ну я посмотрим. Там видел в каком-то замесе даже этот Фурион умирает, такой байбекается, прилетает в драку, видит, что его тиммейты умерли, и делает даггераут на руну регена, подбирает регена и убегает, короче. Ну, такой, так, блин. Поэтому он пока летел, он трижды нажимал ТП и трижды отменял его. То есть да, да. Команда не бедовала в это время. На самом деле там и Doom с рефрешером, нет, там вообще очень жестко было, Doom с рефрешером. Короче, когда Doom собирает рефрешер, для меня это уже такое, такая отметочка в игре. Когда уже пора заканчивать. Да, что просто нереально. Так, ну вот мы видим, походу это будет ФБ, да? Сыпанули Фуриона. Ой-ой-ой, какая хорошая игра, кстати, от катапульты тут. Не знаю, я, кстати, не знал, что работает. Воу. 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 И тут такой врывается пак. Да. На самом деле... Ну, ФБ было интересно телекинезит... Катапульту. Я, кстати, я просто... Ну, многие скажут, не знаешь, там физику, механику доты, да лол, чтобы я вообще хоть когда-нибудь такого подумал телекинезом поднять катапульту. Мне кажется, профессионалы даже этого не знают. Не все, я думаю. Ну, потому что на катапульту... Катапульта там выходит достаточно поздно. То есть получается, что ФБ было тоже такое запоздалое. То есть начало игры-то было пассивное, а потом уже раскочегарились ребята. Да, ну что же, у нас начинается вот уже игра, как вы поняли, RRQ против First Departure. Я делаю шаг вправо, переключается камера и... собственно, оставляю Диму с Ареном комментировать этот матч. Ну и вернусь к вам либо перед следующим, либо после. Мы тебя будем ждать. Спасибо вам, вам уже пора. Не прогоняй меня. В общем, что ж, глянем мы на команды. FD, у нас такие интересные ребята. Видно, что все с Малайзии. И RRQ, это больше похоже на какую-то филиппинскую команду, да? Правильно я говорю? И кто-то из них? 5 seconds. Значит, ожидает нас заруба тоже таких среднячков, которые... любят у нас поиграть долгую доту, поизучать там айтем-билды, что-то потестировать. Ну и видим мы, что по всем статам они тоже приблизительно равны. Но RRQ у нас слегка лидирует. Ну вот мне нравится то, что киллов достаточно вроде много. 20 киллов в среднем, 21. У RRQ, то есть команды агрессивные. При всем том, что они среднячки, но при этом они агрессивные среднячки. Это всегда радует. То есть это как минимум с точки зрения просмотра для зрителей, это приятно. Да, вообще, если говорить о среднячках, то вот взять те же, я не знаю, вот у нас в России есть Вовка ПГГ, да, там, и компания, и другие вот такие, начинающие команды, за ними чем интересно наблюдать, потому что там идет экшен нон-стоп. Там даже если команда проигрывает, даже если она там не может выиграть файт, она все равно идет сражаться, возможно, не понимая этого, и происходит вот дальше экшен. Экшен, который вот у нас любят все, в том, особенно, наверное, американские и европейские комментаторы, потому что, это действительно... То, что нужно. В удовольствие, да. И я верю, что вот эти ребята нам также покажут удовольствие. И посмотри, банят в Рейскинга, судя по всему, они что-то там видели. В Рейскинг вообще вот такой герой, который, если игра затягивается, он вроде в начале игры саппорт, да, там не сильно мешает. Дает там какие-то станы, маленький монопул, много станов не кинешь. Похарасить он не может, потому что милишник. Но потом, когда игра затягивается, в основном игры затягиваются, он превращается в машину, которая покупает себе Бледмейл и возвращает тебе тучу урона. Замедляет, потому что по-любому он умрет там от каких-то же побочных скиллов, хоть он и стрэнджевик, но силы у него, ХП у него не так уж прям и много. Умирает, замедляет, но него нужно как-то выделять каких-то некров, то есть отдельное внимание ему уделять и так далее, стараться его контролировать. То есть по факту этот суппорт, он крайне противный, и вот то, что его FD забанили, я думаю, сделали правильно. И вот он батрайдер заезжает в пик. Винрейт, как мы видим, достаточно хороший, но сыграно всего 3 игры. Но для этой команды, которая у нас идет по низам, и она выиграла не так много, то это на самом деле, походу, она все 3 игры выиграла битрайдером, что не говори. А ФД, вот это да, ФД у нас сейчас показывает элементы Гоблок Доты. Набирают уже сразу, что одного, что второго, дичайшего
Ваяку. Ваяку Биваку в 5 на 5. Ну и же ожидает уже первое, ну первое, что нас ожидает, это сильные замесы, вот которых мы любим. Вот он, король. 100% винрейт. Да, король команды FD, Tidehunter. Да и вообще наверняка в будущем это будет часто пикабельный герой. Который может там ревейджировать, снижать урон на 60% и все остальное. И RQ отвечает Думом. Дум МХ самый крутой герой для того, чтобы вот затыкать Тайдхантера. Потому что, по-моему, больше его не заткнешь никем. Разве что Static Field еще и вот этого дизраптора. Остальные спилы, они, ну, так себе работают против него. Ну, тут еще всякие грейвы есть, то есть там при желании этого... Тайдхантер. И опять же, если ты на саппорта тратишь Doom, это не есть хорошо. А это же не будет саппорт, я уверен. Это будет какой-нибудь оффлейнер, потому что как саппорт ему придется слишком долго получать свой левел. Да и, ну как... да, может быть, может быть. Ну просто вот я комментировал, у меня в двух играх он с саппортом почему-то бегал. Ну, тоже достойный товарищ, если нет вот таких ребят, как у RRQ. Тут у нас пока... Пока забанили Нагу, Никса с Вайпером. Тоже вот Никс с Вайпером не самые такие понятные баны, но это... Это, видать, опять же, то, чем играют FD. То, чем играют FD, хорошо. Ну да, если... То есть у нас уже выходит такая стадия, то что команды, ну какие там ферстпики, какие ликантропы, инвокеры и прочее, если этим нужно исполнять, особенно инвокерам, я уверен, что эти команды, они у нас только в процессе обучения. Они просто слишком хорошо играют инвокером, просто игра была неинтересная, поэтому они не берут, единственная, думаю, причина. Да, и забирают Тайдхантера по итогу, банят Найкса, тут забирают, убирают Найкс бомбу, которая бы... хорошо влетало. Которая, кстати, за последнее время я ни разу не видел, чтобы была реализована. Я вообще на Экса не видел за последние, наверное, за последние игры 20, которые вообще были. То разве что, может, где-то в одной игре он там проскочил. У меня был, просто я же еще до этого комментировал, и вот все, не только вот на квалификациях International, вообще в целом, вот инфест-бомба с Батрайдером, она какая-то стала слишком пассивная, не реализует себя, как-то вот так. То есть смотришь и думаешь, что это плохая комба. Ну, естественно, это само по себе плохая комба, потому что когда Бэтрайдер тянет кого-то, он обычно тянет на долгое пространство, да, и Найкс, он, если вылезет сразу, то ему придется самому бежать, а если он вылезет потом, то герой уже из лосо успеет убежать, поэтому она эффективна только в ганге, по-моему, больше нигде. Да, то есть в одиночных гангах. Сэнд Кинг, да, ты был прав, тут взяли двух суппортов, все-таки Тайдхантера будут использовать как оффлейнера. Вот, ну вот смотришь на такой пик и понимаешь, что сюда бы еще Луну или Гирокоптера четвертым пиком, чтобы было побольше АОЕ, и что-то медовое такое, толстое, жирное, какой-нибудь Драгон Кнайта. Ты просто или Брюмастера. Да, ты просто собираешься в один момент, вы идете вместе, и на самом деле вот так вот играть просто и легко. То есть не нужно ничего придумывать, куда-то бегать, если ты особенно новичок, то есть сосредоточься на то, чтобы правильно нажать последовательность своих вот нюков, и все будет... Тут на самом деле сложно неправильно нажать Тайдхантеру одну кнопку, Сэнд Кингу там две кнопки. Ну подожди, у нас были тут такие реведжи, вот особенно, по-моему, в американских валах, что все-таки надо еще и учиться ее прожимать, как ни крути. Люди показывали у нас мастер-класс. Ну, вот RRQ думают, им нужен какой... У них, в принципе, есть два контроллера хороших. Бэтрайдер прыгает, цепляет какого-то персонажа, утаскивает, и Дазл не факт, что его засейвит. И Думбрингер кого-то там будет затыкать довольно плотно. Они взяли двух таких хороших реальных контроллеров. Да, то есть сейчас у нас с большой вероятностью First Departure понимает то, что в кошке-мышке очень тяжело играть, поскольку RRQ уже начинают сильно доминировать. Как бы Трайдер плюс Дум с Лотаром — это два очень сильных гангера, которые способны в любой точке карты вас убивать. Да и, ну и вам тяжело при этом самих себя защищать. И для этого нужны вот воины. Воины, которые вообще не будут сплитпушить. Брюмастер вообще идеально входит, ты посмотри. Да, и ДК, мы с тобой прошли прям, что ребята нас чувствуют и пикают. И одного, и второго толстого героя решили разобрать по очереди. Ну и вот Dragon Knight, все, что могу сказать, вот он хороший выбор. Еще вот к Dragon Knight у какого-нибудь хорошего стрелка, тоже толстого или сильного, неважно, там, Гирокоптер, Луна, по-моему, два вообще идеальных персонажа здесь. И будет, по-моему, шоколадно. Да, пик будет таким... А что, если они возьмут
Дроу Рейнджер. Дроу Рейнджер? Ход клиент. Драгонайт в рейнджевой форме всех испепелит. Да. Это я так просто сейчас подумал. Я просто подумал о Луне, которая дает пассивочкой дэмэдж. И тут, а если Дроу Рейнджер, она же вообще просто... Не-не, я просто... Ну, почему Луна? Потому что она, по крайней мере, дает стабильный дэмэдж. Она работает в комбинации. Потому что все-таки Бэтрайдер будет врываться, Панда будет врываться, Дум будет врываться, и пассивка... Ну, короче, героя нужно будет танковать, впитывать и быстрый бурст дэмэдж давать. И Клипс Луны — это, по-моему, то, что доктор прописал. Мне кажется, если Луну сейчас не забанят, это будет самой большой ошибкой от РРК. Она просто идеально ходит. Да, то есть не только Луна, но все, что... Возможно, даже какого-нибудь миличного там. Тот же Врейс Кинг был бы вообще хорош. Просто идешь и рубишь свои сабли кого угодно. Тут я смотрю, вот Брюмастер, он, по сути, в файте будет, наверное, делать половину грязи. У них есть Doom Batrider, двух героев они на себя берут, контролят. Брюмастер будет, скорее всего, Дазла поднимать в какие-то юлы, чтобы тот, либо того же Тайда можно поднять. Кстати, в юлы. Да, очень круто. Это же такой ужас. Реально, если вот смотришь на пик РРК, если они идеально все раскастуют, ну, или хотя бы будут по мини... Ого! Вот он еще один герой, пусть не настолько толстый, как все, ну, как все бы ожидали, но у него... Он контролить может всех. Да, у него есть такая штучка, как сфера для Тайдхантера и Сенкинга, и это нормально. Нормальная связочка. Но слабый лейнинг все-таки. Войд плюс Сенкинг на одной линии, я их не люблю. То есть в такой ситуации сейчас у нас РРК должны увидеть, что нужно идти в хардлейн, нужно идти убивать этого Войда, и нужно взять любого сильного рейнджа под Шалду Демона, для того, чтобы была комбинация. Да, ребятушки? Ну, комбинация нам нужна. Лишрак, вот Лишрака, вот его сейчас опять не видно нигде, да, но у нас уже 4 миличника. По-моему, против 4 миличников Лишрак вообще ну раз заезжает. Несмотря на то, что... Ну, надо стараться брать, чтобы было... А, вот он Лишрак. У нас просто был Лишрак. Вот он Лишрак. Хороший винрейт. 0%. Ну, тут одна игра все сыграна. Опять же, насколько много играли? Трента берут. Трента. Вообще у нас пошла сильная дота на сильную доту пока. Необычный мув. Понабрали очень много стрэнджевиков. Ну, этот матч важен для РРК, я думаю, больше. Для FD это чисто для того, чтобы показать, что вот мы что-то умеем для, так скажем, будущего, может, для спонсоров и так далее. А для РРК, чтобы удержаться хотя бы как-то на плаву, потому что в данный момент у них там статистика еще более-менее шаткая, как мы видим, 3-3. То есть, до 5 поражений ты еще можешь держаться. Вот у FD пока 2-4. То есть, в принципе, для них оказывается это тоже более-менее еще шансы есть. Ну, то есть, если они сейчас выиграют, они сравняются с Митраст и Минески, они претенденты на плей-офф. А как мы видели, у нас в Азии все пилят всех, то здесь все возможно. Да, тут будут грызться... Ну, реально матч очень важный для обеих команд. Вот пока у нас идет пики, я бы попросил Романа, это наш человек, который с нами работает уже 24/7 все это долгое время. Статистика вообще за Войда. Играл ли кто-то Войдом вот из этой команды? Потому что... да или вообще на этом турнире, потому что я увижу в первый раз. Интересно, что у нас придумали ФД. Или просто это инновация, которую ребята решили показать. Ну-ка, да, была только одна игра, 0% винрейт, и пока... 1967 дэмэджа? Только крипов бил, что ли? Или это по героям? Наверное, по героям дэмэдж? Не, ну это по героям, естественно, но... Ну, пощекотал немного, пощекотал. ГПМ, XPM, как у суппорта, а то и пониже. Да, то есть из того, что мы видим, когда проходит время сложных ситуаций, ребята уже любят экспериментировать. С чем это связано? С тем, что они понимают, что на личном скилле выигрывать очень тяжело, когда против тебя играют там какие-нибудь сильные пацанчики. И поэтому надо вот стратегической частью противника убивать. Тут у нас разбираются. И вот Трент Протектор, мы ему не уделили время. Герой шикарный, если учесть, что 4 героя. Да, вот у нас Тайдхантер дает раскаст, Сенкинг дает раскаст. Если этот раскаст РРК переживают, то дальше идет батл на руках, а он блочит весь урон. Ну вот этот весь раскаст, он, говорю, будет очень тяжело в принципе сделать, так как контроллеры очень хорошие. И этот раскаст слаб, если, например, не будет ульты Сенкинга, или не будет ульты Тайдхантера, или, может быть, ульты Войда не будет. Вот что-то по-любому из этого не будет в файте, и, соответственно, из-за этого файт FD может просто-напросто посыпаться. Да, и учитывая то, что у нас Бэтрайдер летает и все это видит, то врываться с Блинкдаггера или просто так очень тяжело. То
есть Бэтрайдер, когда возьмет себе БКБ-щик, он может спокойно вытаскивать Вайда, если того увидит, и все. Да. Ну, посмотрим, кто у нас тут на ком играет. На Санкинге, значит, у нас Лубби, Fucking Land, Dazzle, КС на Драгонайте. На топе у нас обосновался Дафа Тайтхантером. И снизу на Войде Chains. У RRQ на Shadow Demon Гехена, на Тринте Бубу, на Панде Хвам и на Бэтрайдере на Фаре. Дон Хвам. А на Думбринге Кала. Мне, кстати, нравятся их ники, такие добренькие, да, веселенькие. И читаемые, что самое приятное. Да, запоминаются. То есть Дон Хвам. Это у некоторых команд называется Excretion. Что это? Чтобы запоминалось название. По ланингу. У нас ДК выходит Дума. Все довольно-таки ровно. Снизу необычный трипл лейн, который, наверное, первый раз увидим, да? Это Трент, Панда и Shadow Demon. Ёлочный Shadow Demon. Такие боевые, знаешь, ребята. А сверху у нас получается Тайтхантер против Бэтрайдера. То есть для Тайтхантера, на самом деле, здесь не самый удачный расклад, потому что он делает хорошо все, кроме вот, кроме контрнапалма. Потому что какой бы у тебя ни был анкер смеш или какая пассивка, то, ну надо стараться ждёт. Держать, так скажем, под контролем количество стаков, которые будут на тебе. Я видел Тайтхантера против Бэтрайдера. Грамотный Бэтрайдер, конечно, его там, я думаю, убьет без шансов. Ну, или перекрефармит очень легко. И посмотри, стали у нас FD, стояли они на месте. RQ видели, что снизу один мой, что два саппорта где-то гуляют, и, как это и ожидалось, ганг в центр, Дом поставил на холд позицию. С обеих сторон, причем сейчас пытаются. Причем, знаешь, вообще, вот они на самом деле Дума вряд ли бы убили, потому что он слишком жирный, у него еще эта земля, а там прокастан очень мало. Тут у нас теперь выход на ДК в ответочку. Ну, у ДК, смотри, 4 армора, тоже достаточно толстый герой, плюс есть чем откинуться, какой-то стан в лицо быстренько отвесить и убежать. И вот, может быть, все-таки попытаются. Disruption. Сразу выписывается. Какая-то неадекватная атака, да, тавер над Блютрент Протектора. Очень более Трент Протектора еще так думает, видно его было или нет, но он просто дошел в раньше тавера. И в итоге одни саппорты пробежали, ничего не сделали, вторые саппорты пробежали, ничего не сделали, только по лицу получили и убежали. Вот он роуминг. Азиатский, поехал. Брюмастер, посмотри, имеет 5-5 крипстат, причем смотри, у него еще какая огромная пачка крипов идет. У Войда 2-0. Как-то пока у Войда опять тяжелые времена, игра только началась, а у него уже тяжелые времена наступили. Крипстат у него, конечно, печальный. Тут нас пандирует. Я теперь понял, почему. Дон Хван, да. Он его пивом постоянно. Потому что, смотри, Панда у нас еще взяла Базилит. С этим Базилем она сможет постоянно его этим, ну так вот, разминать большой пачкой крипов. И вот есть такой еще момент, что у нее нет щитка. Это небольшой минус, так как щитком она уже получила себе на полстолба демеджи, еще ману использовала в крипов и в итоге крипов не забрала. И пока у нас Дон Хван что-то немножко слакает по крипстату. И вот полетел на топе Бэтрайдер под Firefly, уже 5 стаков в массе, ланчер смеш 2-го. Сейчас, может быть, он его максимум выпишет, это без шансов. First Blood должен, и он его добивать, дерется как мужчина. Стаки спали, боже ж ты мой, как неприятный, Бэтрайдер не добьет, обалдеть. Просто-напросто спали эти стаки. Еще одну тычку нужно сделать, до конца пойдет. Стики откатываются, определенно. Ай-яй-яй-яй-яй, какая просто... Ну, Тайдхантер красава, что я могу сказать. Тайдуха на характере. И благодаря тому, что он прокачал гуся, он убил этого Бэтрайдера. То есть не прокачая, он с большой вероятностью вообще бы слег. И вот у нас Иван поанализирует то, что раскачку Тайдхантера после. Снизу у нас тем временем начинается состояние, ну, к триплам триплу, как это и планировалось с самого начала, но у ФД огромные проблемы. Сенкинг, который стоит на холд позиции, вообще ничего не делает. Войд, которого тут, по-моему, просто запинаются руки в любой момент. Он уже просто ненавидит их, у него 6 крипов, он по крипам не попадает. Да. И что делать, непонятно. Единственное, что есть самое вот четкое решение, это пушить линию, потому что когда линия пропущена, у вас много крипов, у вас еще дазл, который, если что, в этих крипах вас похилит, и в итоге вы хоть что-то да сможете набрать. Вообще для дазла в такой ситуации лучше забирать крипов хилом, потому что, хотя вот он сейчас не забирает, потому что Вайду будет и так тяжело добивать, а он может наверняка взять, вот, панда
микрит на полную. Отошли на руну, отдали Думбрингеру руну, но пока что на других лайнах у нас все довольно просто. Тайдхантер, кстати, смотри, из-за того, что он сделал ФБ, у него очень скоро будет сапог, причем Аркан Тапок это очень сильный... Сильная заявочка для Бэтрайдера, потому что там он его уже сможет, ну, анкер смешить по кулдауну или хотя бы пушить лайн, то есть там одно из двух. Ну и это будет уже полностью выигранный лайн. Так, а что он скушал? Ищет себе крипа. Да, он ищет крипа хорошего, но, увы, никакого крипа он не нашел. Пробежался дом по лесу, вообще необычная ситуация, да, у нас вот тут големы, а вот там какие-то вули-убийцы, а тут вообще заблочено. Туда то есть... бежать еще далеко. Да, то есть для Дума, на самом деле, пока ситуация не самая приятная в этой игре. Он скушал крипа, у него сеточка, но сеточка очень дорогая. 150 маны, 150 маны за то, что на полторы секунды ты парня поймаешь. Ну, это слишком мало. Нужно этот скилл как-нибудь улучшить, а то ну, вообще никуда. Ну, вообще этот скилл очень хорош у самого тролля, у которого маны достаточно много. Думбрингер, он в принципе, ну, не хочешь, не ешь. Это же твое дело. Так, чтобы было пофункциональнее. Тут у нас, смотри, Бэтрайдер уже... полностью начинает забиваться под свой тауэр. Осторожно, он играет с Тайдхантером, не хочет развлекаться. Ну и дальше у нас идет веселуха. Вообще, вот ты знаешь вот этих ребят, я уверен, да, ты их комментировал побольше, потому что я их вижу вообще в первый раз, значит, наверное, они с тобой там. Ну, пока у тебя показывали на стриме. Хотя, смотри, панда кидает мисы. Войт у нас вообще ничего не добивает. Подходит одного крипа, второго крипа не добивает. Да, и это очень противно. Тяжело. Линия постоянно катается от одного таура к другому, плюс он вечно под пивом, и что делать, непонятно. 12 крипов на войде — это печаль полнейшая. Герой, которому он нужен все-таки. Ну, это, смотри, Дазл ситуацию исправляет и часть крипов своим силам забирает. Так вот, что ты скажешь вообще, какие самые сильные стороны у одной и второй команды, потому что мне уже интересно. Ну, сильных сторон очень много, начнем с этого. Сильных сторон у обеих команд очень много. Вот, например, парень на Dragon Knight, я уверен, очень круто играет, учитывая, что у него крипстат такой 35 на 10. Значит, у него хороший ласт хит. Это первая сильная сторона их мидера. У них сильный мидер. А когда есть сильный мидер, у тебя есть, ну, так скажем, плюс мораль. Мол, ребята, все хорошо, я вам каточку завезу. Как это в пабликах бывает. Ты приходишь на линию, фидишь, ничего не делаешь, а твой мидер просто приходит, там, вы вместе собираетесь и выигрываете доту. Вот. На самом деле я не знаю, ну а какие тут сильные стороны? Команды выигрывают друг друга не самыми понятными пиками, не самыми понятными стратегиями, но здесь, во всяком случае, страта что у одних, что у других ясна. И RRQ будут пытаться контролировать вот этот весь массовый прокаст FD, и если у них не получится, то им будет больно. Но на самом деле у RRQ попроще стратегия в реализации. И поэтому, ну, сильные стороны я бы не сказал. Я комментировал игры FD, но это было полгода назад где-то, вот так вот. И не могу сказать, что они мне прям сильно запомнились. По-моему, у них даже состав, наверное, как-то менялся. Хотя не факт. Потому что не все игроки знакомы у них. Еще одна лошадочка у нас, неизвестная на ипподроме, которая начинает двигаться. Denied. Тут у нас дальше продолжается выход сверху. Сверху у нас хотят выйти на Тайдхантера. На Тайдхантера он уже 8 левела, и выйти на него очень тяжело. У него еще и сверху 10 стиков. И, по-моему, он еще им накрутит в ответ. И да, и тут дотекание такое. Приходит Dragon Knight, все это видит на варде, и спокойно ребята под свой тауэр убегают. То есть Dragon Knight сейчас теряет очень много времени. Зря вот. Он у него так все хорошо было в миде, зачем? Ну, я думаю, то, чтобы Санкингу, наверное, оставить. Но у Санкинга было бы все хорошо и в лесу, потому что пока Shadow Demon стоял сверху, он стоял против. Они стояли 2 в 1 против Тайдхантера, и тогда Тайдхантер он все равно получал свой фарм. То здесь этот выход он просто теряет для себя время. Так, ну смотри, тем не менее, подставляется Бэтрайдер и ловит его Disruption, но вряд ли он его спасет. 300-ка масел висит, и Тайдхантер тоже проседает. Должны его добивать. Тауэр, тычку, гаш перед смертью выписывает. Нет, он живет. Боже ж ты мой, что он за человек-то такой, а? Вот эта игра от FD и блестящая игра от RRQ. RRQ просто, видя все, пошли и умерли. Хороший вард. Вард хороший, да, но... Видимо, он был не нужен, что еще нам могу сказать. Может быть, они считали, что под тауэром у них хватит сил подраться. Но там реально прокаст у Тайдхантера это очень серьезный. 8 левел все-таки как-никак. Да, и ДК теперь у нас в форме, может идти и пушить центральный тауэр.
Ну, на самом деле, да, очень многие у нас думают о том, что можно выиграть драку по товарам за счет того, что ты сделаешь что-то крутое, но крутое бы он сделал, если бы он, знаешь, Ravage Disruptor'ом заеводил. Но когда твоего героя дали все, уже все, что можно, и ты после этого кидаешь Disruption, ты хоронишь своего пацана. И ничего он сделать не сможет. Ну, я думаю, они реально надеялись именно на то, что под тауэром у них есть шансы. Или на ТП счет, или на армор Трин Протектора, который не дал для своего пацана. Ну, кто его знает. У Трента очень мало маны по итогу. Ну, Трента пока 2-2, но благо инвизов никаких нет. Кстати, Тренты с инвизами. Веселые ребята. Батрайдер пришел вниз. Решил тут устроить немного грязи. У него 1500. Рыв на Шаду Демона. Шаду Демон уходит. Ему дали армор, но Тайдхантер его забирает. Что, этот армор как-то не ощутил Тайдхантер? Вообще никак. Вот у нас летает Бутрайдер, идут на Вайда. А Вайду нужно бежать, делает линкаут Войд, и все замечательно. Подходит у нас Сен-Кинг. Сен-Кинг что, в левел? Копает двоих, отличный подкоп. Заходит у нас вся движуха толстых пацанов. Просто очень нагло действует. Повесили Дум на Сен-Кинга, начинает его сжечь. Сеточка, висит Грейв, немного поживет. И Войда вытянули. Войд, хроносфера через 5 секунд откатит. Может быть, успеет ее заюзать. 4, 3, 2... Один, и хроносферу, ну, замахнулся же, ну ставь же, дорогой, поставил хроносферу и начинает напиливать. И начинает разрывать на части, боже мой, держите его кто-нибудь. Батрайдер, Disruption опять на лоу хп, там опять же без шансов. Троих потеряли, RRQ играет невероятно нагло, это был суицидальный такой ганг. Ну, я не знаю, конечно. Единственное, что Войд, опять же, совсем в печали полнейшей. Ему от того, что трое погибло, ни горячо, ни холодно. Но, в любом случае, Войд это тот герой, который поставит хроносферу и будет польза для, например, Сент-Кинга, для Тайдхантера подойти, там, удобнее Ревоч бахнуть. Ну, а так с Пурман... будет бить Пурман шилдом всех. Ну, да, то есть даже если он будет без айтемов, он все равно всегда будет выполнять две функции полезных, точнее, три. Первое — это впитывает он хорошо под своей пассивкой. Второе — это башить, то есть это будет как дополнительный дизейбл. Ну, да, и третье — просто инициировать там... Замедлять. Ну, там, принимать на себя всякие вот неприятные скиллы. Какой функциональный у нас герой? Умирать. Это он будет все делать в этой игре. Помню, я была игру у нас в Нави против Натик. Нави играла Сашка на хвосте. В итоге у него там игра пошла в другую сторону. В результате чего у нас Саша начал собирать армор, шиву и прочие защитные артефакты. И в итоге Войд у нас там танковал вообще на славу. Он, наверное, танковал вообще все, что можно в той игре. Это будет, по-моему, первый Войд с Аквилой. Делает себе что-то. Но если игра не идет, да, то Battle Fury нафармить очень тяжело, какие-то статы нужны. Аквилл Фури будет новый, но это более дешевый вариант. Да, и также нужен базиль на команду, и Войд его собирает. Он понимает, что для своей команды надо сделать. Возможно, это будет в будущем Владимир, кто его знает. Кстати, Аквилла плюс Майлшторм примерно как Battle Fury. Посмотри, врывается на Трента, дал пару тычек, в итоге ребята вообще это проигнорировали, забрали тавер, кинули Дум на Дазла, выходит Арбуз идет у нас за Думом, Думу очень страшно, да? Да, Думу очень страшно. Вонки, подкоп, ну тут, короче, смотри, они как рейд-босса кого-то убивают и переключаются дальше, хорошая хроносфера после Рэвэйджа, и на фаре отваливается Дон, живи, Дон! Ай-яй-яй, бедный Дон. А ведь ульта была, не успел раскастовать. Не хватило буквально доли секунды. Наглые, очень наглые у нас RRQ. Непонятно, тут даже вот в этом файте RRQ скорее были не наглые, а нерешительные. В предыдущем файте они в наглую пошли, отдались, а сейчас они вроде как и хотят Думбрингеру помочь, и вроде как и нечем. И отступить они тоже не захотели. А Тайдхантер не потерялся, говорит, ребят, ну вы подождите, сейчас я чуть поближе подойду. Бахнул ульту и... больше потерь было. Тайдхантер у нас вообще, походу, чувствует себя в шоколаде. У нас оффлейнер, который стоял на 1 на 1. У него уже, блин, арканы, да, и мека. И его нетворс, он уже выше, ну, почти выше, чем у ДК. Да, при том, что он... 7 тысяч и там почти 7 тысяч. Вообще, это что-то невероятное. Да и вообще не каждый день такое происходит, да? Играешь ты Тайдхантером, ты стоишь, фармишь, а тут бах, тебе 5 человек забегает под тауэр. Ты такой, ого, прилетаешь, жмешь волшебную кнопочку и минус все. И вот, к слову, о том, когда ты спрашивал о сильных сторонах. Вот FD. Проигрывали, и сейчас просто в салатину выигрывают у RRQ.
Где логика? Ну, для меня логика в первую очередь это пик, потому что сейчас они взяли более простой пик, то есть им не нужно куда-то бегать, что-то изобретать, им нужно просто стоять фармить, у них есть... 3 мили, 4 милишника, из которых... У них Салатину проиграла триплай, выиграл только один Тайтхантер свою линию. А, нет, Драгонайт еще свою линию выиграл. Да, 5-0. Ну и по итогу у нас Тайтхантер сейчас, вот, мягко говоря, тащит катку, да, потому что посмотри на его левел, на его рассказ, то есть уровень у него просто колоссальный. И он убивает RRQ, плюс у RRQ огромные проблемы. Doom и Бэтрайдер, они сильны, но не в 5 на 5 на такой стадии, потому что у Дума у нас... ну, Дума очень, в принципе, очень тяжело, да, свой ультимейт дать без Блинкдаггера, Лотара, то есть его постоянно цепляет либо Тайтхантер с Блинка, либо там Санкинг, у которого, по-моему, тоже есть Блинк, и этого Дума забирает за несколько секунд, либо... Либо когда он может дать свой дом, уже все дали. То есть и на этот дом реально положить. Сейчас нужна инициация, и вот в первую очередь от Бэтрайдера, потому что Бэтрайдер вот только недавно у него появился блинк, и вот сейчас он может творить экшен по карте. Ну, я бы так сказал, сейчас уже немножко поздновато, потому что Сэнд Кинг тот же может его подстопить, Войд прыгнуть, подстопить. То есть, кого бы ты ни цеплял, цапнешь там Войда, помогут другие. Цапнешь еще кого-то, в общем, всегда есть кому помочь. Пятерых он не поймет. Ультой. Теперь ему будет контролить кого-то очень тяжко. Да, и теперь в 5 на 5 у нас, ну, ввиду того, что Бэтрайдер пока у нас не в состоянии вытягивать 5 на 5, нужно вытягивать по одному. Но чтобы вытянуть по одному, нужно толкнуть все линии. А как мы видим, линии у нас толкаются, но в сторону как раз RFU. В результате Бэтрайдеру лететь некуда, и все, что он может делать сейчас правильно, это фармить свой лес. Вот он его фармит. Кстати, вот эти големы, они как стояли с первой минуты, так и стоят. То есть их до сих пор никто не убил. И Дум сейчас, по-моему, забежит в этот лес. Ну что там, они есть что-нибудь? Они неприятны и Думу, и Бэтрайдеру, он же их тоже не может зафармить. Давным-давно надо было уже как-то разобраться с этим делом. И Дум у нас до сих пор, вот смотри, с сеткой крипа Инснер, то есть, который ему вообще ничего в драке не дает, только ману жрет. Ну-ка, вот, кобальты. Да, не один крип у нас. За 16 минут у нас RRQ, имея Бэтрайдера и этого, Дума вообще не использовали. Не убили ни одного крипа, и в итоге это на самом деле очень важно, когда Дум бегает бесполезной ауры до своей команды. То есть его сила фактически так ослабевает раза в полтора. Ну, ну смотри сейчас, какова ситуация у FD. Они отправляют вперед практически любого своего героя, и как бы если Бэтрайдер цепляет, там сразу врывается Тайт, врывается Сэнд Кинг. В общем говоря, практически любого героя оставляешь. Ну вот он, Тайт, вот, ага. Вот смотрим, повесили Дум. Так, Бэтрайдер пошел контролить. Цепанул Драгонайта. Сразу пытается его зафоксить. Драгонайт довольно плотный. Вот он врывается, Сэнд Кинг. Сразу же хроносфера следует. Войд, неимоверный дэмэдж. Пытается забрать на фаре. И вот он, ревэдж пошел. Дафа просто перетерпел этот дом. Врывается, дает анчер смэш. Очередной Борол Страйк. Файт длится достаточно долго. Уже два Борол Страйка было заюзано. Бубу без шансов. Ливен Армор можно повесить. Не успевает. И последний остался. Дон. Пал от Гаша. Бомба-комбо. На наших глазах использовано все замечательно. Слишком сильно нафидели RRQ в начале. Они сейчас просто бессильны. Им нужна пайпа, мека есть. Им нужна пайпа, сила земли. Я не знаю, что-то еще. Ну, еще я бы сказал, что им нужен дэмэдж, потому что если посмотреть на панду, Дума, Трента и этих, то есть у нас есть Шадо Демон. Он дэмэджа делает очень мало. Трент дэмэджа не делает вообще. Бэтрайдер просто летает и сжигает. Дум, ну, Дум вот может бить с руки, а панда бегает в пандарятах. Да, и как бы еще такой Дум, он тоже не особо бьет с руки, то... учитывая, что у него айтемов как таковых нет. Да, то есть, по сути, фактически у нас единственный дэмэдж-дилер — это Думбрингер, который попадает в анкер смэш Тайтхантера, и дэмэдж нет вообще, потому что, как мы с тобой видели драку, они в пятером даже ДК не забрали. Через лосо и через все. Ну, суммарный дэмэдж у RRQ, я думаю, ну, если так вот, просто абстрактные цифры, ну, 10. То у FD, наверное, 100. То есть разница примерно вот такая. Ну да. Где-то вот небо и земля. То есть, по идее, то есть у нас пока один Тайтхантер делает дэмэджа больше, чем все остальные ребята. И это на самом деле очень много. Нападает на Дума в очередной раз, забирает Дума от Дум. Уже в отчаянии. И счет 17 на 3. 17 на 3, 14 тысяч голды, 14 тысяч экспы. Это просто колоссальная разница. Да, и теперь разве что можно, не знаю. Полнейший салат, но вот это говорит о том, что RRQ показывают вроде более-менее результаты, но
им не хватает хотя бы какой-то стабильности. FD стабильно проигрывали, и сейчас в салат выигрывают. И я думаю, здесь не заслуга самих FD, а скорее заслуга RRQ, учитывая, какие у них были действия. Ведь они же начали игру, они же начали бежать к противнику под Тауэр, потом еще вот этот момент с Думбрингером и так далее. Бэтрайдер тот же, личный скилл бы ему поднять немножко, потому что Тайдхантеру отдать ФБ вот так вот тупо, ну куда ты идешь, ну куда, братюня, ну умей вовремя остановиться, ты же не папчик катаешь. Он бы мог ему спокойно это ФБ не отдавать, они оба потеряли кучу ХП маны и остаться в живых, остаться при своих, при том, что он Бэтрайдер, ему бояться нечего, а Тайдхантер бы он не подставлялся бы с такими ХП, вынужден был пойти там похилиться и так далее. То есть вот, ФБ было отдано глупо. Таких моментов перечислить очень много. Ну, вообще можно. Вспоминаешь прошлую драку и так смотришь на Бэтрайдера и понимаешь, что так, ребята, затыкаем тайда, убиваем кого? Правильно, самого толстого. Вытаскиваем Dragon Knight, у которого 21 армора, ни Дазла, ни Сен Кинга, и пусть нам, ребята, тут полный прокаст. Да, тут был бы... Вот он, врыв, разорвали на части, толком ничего не потратили, убили за секунду. Огонь ему Войда. Сейчас у нас деревце выйдет, нападает на ДК. ДК такой, ты что делаешь, братан? Врыв на Куалу. Вот тот самый врыв, когда ты не можешь ничего сделать. Переключились у нас на Трента и начинается замес. Ну все, Дум повесил ультимейт на Тайдхантера. На него вешается Грейв. Тайдхантер, по идее, здесь должен умирать. Грейв заканчивается. Тайдхантер умирает. Бэтрайдер не хочет рываться. У него Firefly в кулдаун не проседает очень сильно КС. Уходит под инвизом. Видно его? Да, даст и есть, Сурико. Под Тритауэром-то получается. Драться, бризы перед смертью отвешивает. Думбрингер умирает. 2-1 размен. Firefly откулдаунился, пошел сжечь. Надо масла, масла, масла накидывать. Летит Бэтрайдер. Лети, дорогой. Висит Грейв. Дазл слишком рано на себя его повесил. Грейв заканчивается. Дазл умирает. И Тренд Протектор уходит, но его, по идее, урна там не добьет. Ну там еще Poison Touch. Не, не добивает. Живет все-таки с горем пополам, но выжил. Ну, такой файт получился показательный для RRQ, то, что если они на хайграунде будут грамотно все делать, можно еще даже как-то перевернуть. Ведь реально вот этот масс-прокаст, он главное пережить там, ну, определенное время, когда у тебя уже появится более-менее левел, какие-то там айтемы. Но вопрос в том, в лейте сильнее ли они. То есть тут время работает, по-моему, на FD. Потому что когда ты видишь Драгонайта и Войда, а против них Брюмастер и Дум... По-моему, тут все понятно, кто в лейте сильней. Что скажешь? Ну, я скажу, что есть еще деревце. Смотри, есть Дум, который дальше заходит у нас в леса. Думаю, сейчас, ребята, сейчас я найду хоть кого-то хорошего, зараза. Что ж вы здесь будете делать? И он специально даже крипов не ест, то есть он, по-моему, их уже не ест где-то 20 минут. И что я могу сказать? Бог Доты или, не знаю, звезды, удача или что-то такое. Они отвернулись сегодня от RQ, потому что Дум... За 20 минут не может найти ни одного нормального крипа себе на завес. То есть у него крип, который вообще ничего не делает. То есть фактически у нас Doom, первый спел у него не делает ничего, третий пока делает тоже очень мало, вот только земля и все. Вон, нашли кентавра, и уже хоть что-то, уже хотя бы есть станчик. Там... Станчик, да, и скорость атаки. Хоть какой-то баф для своей команды. Мне вот интересно, что он будет дальше покупать. У него есть 2000 голды. Может быть, какой-то БКБ-ху себе захочет... Так, Тайдхантер. Тайдхантер у нас. Арбуз у нас пошел в супер комбинацию. Это через рефрешер. До рефрешера у него остается 1000 голды. И нужно напасть раньше. Дать опять прокаст весь Тайдхантер и не позволить ему использовать ничего. По-моему, и... видели. Ой, как Войд-то по-царски врывается сюда Тайдхантер. Тайдуха сейчас бахнет ульту и будет очень неприятно. И вот он, Ревэдж на фаре. Подстрял. Успевает заюзать ультимейт. Вытягивает Войда. Но Войд уже прокастовался. Бэтрайдера спрятали, даггераут, Бэтрайдер живет, уходит на Firefly, Shadow Демона минусует, Doom висит на Тайдхантере, Тайдхантер тоже минус, 2-1 размен, за Бэтрайдером погоня, пока они за ним гонятся, Сэнд Кинг врывается, Борроу Страйк, Эпицентр уже был вкастован, переключаются на Войда, Войд уходит, Бризы, хорошо, тут Демоша, конечно, что-то я смотрю не очень, а, это просто-напросто мисы, Брюмастер напоил Певчанским, и там одни мисы идут, Борроу Страйк очередной, Кала отъезжает, Банка, Лобби, выходит из инвиза, бежать, бежать, бежать. На Борроу Страйк маны не хватает, откатывает. Борроу Страйк и мана тоже есть, можно драться. Дом, минус. Борроу Страйк, отлично. Сэнд Кинг просто до последней капли крови сражается. Добивают. Пришел Шадоу Демон. Дисрапшн, пуржа в кулдауне. Там тем временем кого-то еще убивают.
И остается Shadow Demon. А добили кого? А добили Бэтрайдера. Бэтрайдера, которого там уже, по-моему, мурыли с начала файта. Его там подсейвили, он ушел с даггера и все-таки умер. Предпоследний. Это, по-моему, минус 6. Shadow Demon воскреситься успел за все это время, прийти и еще раз умереть. Обалдеть. Ну... Его это успел дважды за драку поставить свой купол. Вот такая вот интересная затяжная драка. На Рошана переключается. Да, и здесь вот хочется отметить то, что RQ делали все прилично, несмотря на то, что их убили с ранней стадии. Они умудрились сделать минус 2, но дальше вступает такой фактор. То есть, когда вы дали свои касты, вы дали свои нюки, то потом идет у вас драка с руки. И вот, ну, лайтовые герои ФУД, они бьют посильнее, чем те же RQ, да? Там Shadow Demon, Trent, Бэтрайдер с руки, увы, они не так больно бьют. И это Рошан. Укрепляет преимущество. Войт у нас покупает маску в Madness. Теперь он будет вносить хоть какой-то дэмэдж, потому что до этого его просто не было. Он был как мы главный... Либо умирать будет за секунду под этим Madness'ом. Он, тоже вариант он такой. Он был как главный массажист своей команды. Тут застекли Shadow Demon, но никто не пошел. Прям осторожно на верочку у нас топает. Топает наверх. Арморчик. А у Doom, кстати, вот уже хорошо. Ого, да? А тут у нас Shadow Demon и говорит... Ребят, я нашел их. Ребят, я был в позиции, но вы... Дело не пошло. Но зато пока он будет сейчас бежать, там армор кончится, пока они же отвлеклись немного. Арморчик, ну, заканчивается. Ну, армор заканчивается, да, но через 20 секунд он снова появится, врывается. Хроносфера. Поймали двоих. Тайтхантер, юзает Рэвэдж. Разорвали Батрайдера сразу. Домбрингер успевает отвесить ультимейт. Сэндкинг ворвался с эпицента. Трэнк юзает ульту. Хороший получился ультимейт, но дамага-то нет. То, что мы и говорили. Не хватает дэмэджа. Дизейбла достаточно много. Войд прыгает. Очередной Борон Страйк. Минус Брюмастер. Брюмастер даже ультануть не смог. Панда второй раз ворвалась в драку. Дважды он не смог кастануть свой ультимейт. Хотя в такой ситуации, ну хотя бы кастани его издалека. И в итоге это просто изи тауэр. Оп. Сирапшн. Ага. 31 на 8. Я бы понял, если бы было там, был бы счет там 30 на 20 хотя бы. Если бы преимущество составляло 10 хотя бы. Но когда вот такое видишь, тотальный разгром. Да, ты понимаешь, что не все еще понятно в нашей сетке, и тут у нас, как и говорилось, каждый может убить каждого. Да. ГГВП. Вот. Ну что ж, отличный пик от ФД. Все-таки, как мы видим, у нас Dazzle, Tidehunter и Dragon Knight с Вайдом против миллион милишников. Они показывают себя очень хорошо. Ну и аутпик, он, следовательно, плюс аутплей. То есть, ребята, аутплей, сделали... Я бы все-таки даже на аутпик не делал такую ставку, а именно на аутплей. Что прям в салат переиграли, и стоит отдать должное Tidehunter с Dragon Knight. Оба этих товарища сыграли просто на 5 баллов. Tidehunter. Иван, больше рекламу для Tidehunter. Иван, чем же на Tidehunter именно твой? Мне? С гайдом, да, как на нем надо шпилить. Мне, да, мне однозначно это нужно, но я на самом деле планировал бы себе сетик, если это будет возможно когда-нибудь, я думаю. Что-то мы придумаем. Ну что же, First Departure, град с победой, RRQ, ну, не пошло. На самом деле, ну... Никаких у меня эмоций не вызывает эта игра, потому она что... Она ничего не решала, по сути, да? Да, она, ну... Она решала для одной команды, которая... Да, она что-то решает, но команды это одинакового уровня, и вот, например, First Departure сейчас выиграли, у них сейчас, по-моему, 4-3 стата будет, или еще, или 3-3, но не в этом суть, у них игра против Orange совсем скоро, но и там... Orange, я думаю, победят, и поэтому First Departure, в принципе... Ну да, они там соревнуются, они воюют, но особо это ничего не решит. Уверенная победа. Ну, я не знаю, что тут говорить. Вот лучше давай поговорим про твой матч. У тебя... Да, у меня с Сайф играли против Оранжей. Ну, не знаю, вот что вчера было с Сайфами, я не понимаю. То есть у меня вчера было очень мало матчей с их участием, я не смог посмотреть. Но я сколько знаю, у них провели они его плохо. Они 4 поражения получили. Думал, ну как так? Сегодня я смотрю на их матч. Они за 15 минут снесли 6 товаров, а Оранжи вообще не чувствовали на карте. Оранжи, что есть, и что нет, боты какие-то бегают. Да, там пара раз, может быть, потом под конец игры не получилось зайти на хайграунд, но в целом Миркл нафармил себе 6 лотов, вывел на 30-й минуте 25 тысяч денег. То есть, ну, бегала темпларочка 6 лотов, то есть вообще противника не чувствовал никак. И я вот смотрю на эти сайф, я их
вспоминаю, я вот, я комментировал, например, какие-то азиатские турниры, я видел, как Сайфы там и Наиджерал выходили в загранфинал с Титанами воевать, то есть там борьба была. И сейчас я видел такую же игру. Что с ними было вчера, я не представляю. Я думал, что Сайфы будут одним из претендентов. Я даже сказал бы, что вчера с ними было, поскольку я часть их матча комментировал. Первое, что было видно, это они играли в одного кэрри, и почему-то их переигрывали все время в два. То есть одного кэрри было играть, ну, не так-то просто, как это кажется на первый взгляд. А второе, все матчи они проигрывали в борьбе. И так получилось, но их противники играли действительно хорошо против них. То есть там те же Минески, они исполняли на уровне. То есть где-то, может быть, элемент неудачи, что ли, просто невезение какое-то? Ну, бывает такое, да, что ты выходишь на турнир, и каждая команда играет против тебя действительно хорошо, потому что если посмотреть на общий послужной список с КЗ, то они действительно что-то допоказывали все это время, да, сейчас как будто их подменили вчера. Может, там не выспались, может, какой-нибудь там торнадо. Ну, говорят, у них вот мотивации не было, потому что у Миракла проблемы с, этим, ну, с военной частью. Ну, у него, да, у него служба, ему 18 лет исполняется, а в Сингапуре это очень серьезная вещь. Я просто непонятно, неизвестно, когда у него этот призыв, в ближайшее время или нет. Ну, ходили слухи вообще, что Меркель не будет играть, потому что у него призыв. Я не знаю, что произошло, или это, ну, желтая пресса, но так может или быть иначе... Им, может быть, им и выигрывать-то не нужно, потому что даже если выиграть, они не поедут. Ну, в любом случае, у них сейчас стата 3-4, да? Да, но 3-4, они уже лишились. Да, они уже... Они единственное, на что могут надеяться, на то, что за четвертое место будет битва среди команд, у которых по 4 поражения. Но сейчас все идет к тому, что этого не будет, потому что очень сильно набирают у нас MVP форму. Они вот уже, 5-2 у них стата. Угу. И, кстати, Midtrust, Иисус убил Arrow на Морфе. Единственный, кто смог. Неожиданно, да? То есть, Иисус! Знаешь, это то, что International было, что было на International. Иисус убил на Морфе-Вивере всех, они вышли на мумов, мумы забанили и Морфа, и Вивера, просто они забанили Иисуса. Вообще все, чем играл Иисус. В итоге у нас Иисус в той игре играл на Думбрингера, это не самый сильный кэрри, и в итоге он проиграл. Я думаю, здесь вот идут сейчас по такому же пути, потому что с Морфом плюс 4 у нас Midtrust всегда играли великолепно. То есть это одна из самых грозных команд, которая вообще когда-либо была. Но по-другому... Да, команда не Минески, а Midtrust нас... Да, ну да. Посмотрим мы и на Минески. Тут мы видим, что у ребят вообще ганг-банг, то есть Сен-Кинг, Нюкс, фактически весь пик у нас на наших глазах. Это но сегодня Минески не очень, по-моему, играют. Вот Midtrust они слили в первой же карте. Ну, у Минески, учитывая то, что у них там штормы происходят и так далее, то есть я уверен, что у них и с пингом приключений, и в остальном, то есть команда действительно, у которой там играет все еще в Dota 1, то есть они показывают для своей страны отличный уровень вот, ну, того, что исполняет. При этом еще отлично на этом билды. Да, вот Midtrust, вот мы видим, это наши олдскулы. Вообще, я думал, им там где-то лет уже по 25 в среднем, потому что я уже не знаю, сколько они играют, вот сколько уже, да, у нас там лет 5. А оказывается, что это какие-то дети, которые действительно жарят, и причем жарят довольно нормально. Вот мы тут видим, что есть у нас все ганги-бангеры, но почему-то нет Морфа, хотя Морф это, по-моему, вообще самый жесткий герой для этой команды, который, по-моему, даже мне интересно будет посмотреть на их винрейт. Вот, с Морфом. А сейчас Нюкшторм, да. То есть пока у нас Морф бегает, творит грязь, то эти герои могут там свои дела делать. Дим, зайди пока в лобби. Да. Так я вас тоже прерву. У меня сейчас матч Фениксы против First Departure. Фениксы могут, корейцы, укрепиться и на топ-2 позиции. И там, да, принципе... если у них будет сейчас 6-2, то они с вероятностью 90% они пройдут в плей-офф. Плей-офф, да, уже потому там... что команд с по 3 поражения осталось совсем немного. Это вот попросим мы еще раз таблицу турнирную вывести, показать положение дел, что у нас как происходит. Вот, Ару гарантировали себе уже место в плей-оффе. Оранжи 4-3, Минески 4-3, Midtrust 5-3 и 5-2 MVP. При победе команд MVP у них будет 6-2. Могут они себе сделать и 6-3, я так понимаю, потому что вот я не могу точно вспомнить, играют ли вот из этой тройки вот Midtrust, Минески и Оранжи еще друг с другом игру, хоть какая-то команда. Миф против Минески сегодня в первом туре играли, да, да, Мифы, да, победили Минески, а остальные, не знаю, даже. Не уверен, что они друг с другом еще будут играть, потому что... Ну да, может быть, с кем-то с кем будут еще играть Оранжи против Минески или Оранжи против Midtrust. Просто пока у нас у команд разница в одно очко. Вот поэтому... Минески против Фениксов будет игра. Ага, Минески против MVP Феникс. Ну вот тогда, получается, должны побеждать MVP,
чтобы... Не, ну не совсем должны, потому что у нас тут, как видно, уже тут... В общем, у нас будут такие расклады, в которых, возможно, тайбрейкеры, причем с нормальным количеством команд. Да, причем тайбрейкеры на 4 команды более вероятны, чем тайбрейкеры... У нас там вон так отрали FD, что они, может быть, они сейчас у нас возьмут и ворвутся в плей-офф и будут отыгрывать тайбрекерс, потому что сейчас они действительно показали аутплей, причем довольно качественный против RQ. Да, ну, да, Рустам. Да, я вас покину, у меня подыграл уже. Там этот мут поставь или что-то такое. И... Ну что, ты за кого? Ты против Зефир? Да. Ну, я против Зефир в любой игре, при любой ситуации я против Зефир. То есть коса, они... А если они Тайдхантера возьмут? Да какая разница? Даже Тайдхантер. Да хоть... Ставь, они возьмут Тайдхантера и проиграют. Что тогда ты будешь делать? Да хоть 5 Тайдхантеров они возьмут. Ну, какая... Пусть они даже возьмут Тайдхантера и будут качаться по моим заветам через Кракен Шелл и Энчер Смэш. Какая разница? Это... Все, не спрашивайте меня про Зефиров, у меня... Да я лучше тебя спрошу про Тайдхантера. Вот смотри, вот когда ты качаешь Кракен Шелл и Анкер Смэш, ты уже подсознательно терпишь. Ты уже ориентируешься на то, что тебя будут бить, и ты будешь впитывать. А если ты качнешь Кракен Шелл на один и гуся в четверочку, вот ты просто выходишь и одному на, второму на, Анкер Смэш, ультимейт, а? Гуся в четверочку? Ну да, гуся в четверочку. Как же ты будешь бить лица, ты бы знал с этим. Нет, ну смотри, Тайдхантер, если тут ситуативно, Тайдхантер, если идет на соло. Я не, но согласен. Сейчас я вот. Я согласен. Я просто вкратце имею в виду, что круто, когда ты воин, а не, блин, завещаешь, что ты людям. Круто, но оффлейн сама линия такая подразумевающаяся. Да, я что-то знаю. Что-то слышал, да, где-то ты когда-то стоял на такой линии. Было дело. Да, ну, в общем, сциссы. Вот победили только что. Скисы победили, и сейчас у них играет Зефир. То есть здесь я уверен, что скисы у нас, скорее всего, выиграют, потому что, ну, из того, что я видел, вчера они действительно показывали уровень, и вот хотя бы ты наблюдаешь за их играми, они играли здорово. Да и в целом у них там пики, вот все, что было, у них на уровне. И вот эти ребята, ух ты, ничего себе, Ember Spirit даже у них есть. Ну, 9 игр. Да. Кстати, опять нету ни Марфа, ни этого, Меркель. Да, вот такая у нас азиатская дота, и вот эти ребята, я уверен, что они как раз, ну, могут собраться в нужный момент, потому что все-таки просто так у нас, да, ну, хотя если не брать в расчет команду Зефир, просто так на азиатских отборах люди не играют в гранд-финалах с титанами, вот как ни крути. То есть надо, чтобы они бомбанули в ответ, там, пусть, не знаю, под интригу, хоть под что-то. Вы вышли через тайбрекерс, и через тайбрекерс вышли в гранд-финал, и в гранд-финал сражались с Эрл. Ну а там, как бы, одну и вторую команду я видеть буду на International, очень рад. Если Миракла не заберут в армию. То есть ты иду. Ну ладно. Что ж, эта игра у нас начнется буквально через 2 минуты. Какие у нас игры на других стримах? Давайте посмотрим в этом туре, чтобы. Понимать. Да, Иван, ты можешь пока попробовать запустить мульти-твич, а то у меня не получается. В общем, у нас еще параллельно будут идти игры Минески против RRQ, Оранжа против XCTN, ну и First Departure против ребят из MVP.